Всем привет, это Алёшенька Огурцов, и я сегодня в воскресенье, 23 августа, снимаю видосик, и я выхожу из дому и иду на встречу, которую я сделал в Фейсбуке для фотографов, которых я знаю здесь в Сиэтле. До этого я такого не делал, и сегодня солнечный день, хорошая погода. Плюс 21 градус. И я выхожу вот из своего комплекса, где я жил последние 2.5 года на Capitol Hill в Сиэтле. Но через неделю я отсюда уезжаю. Ой, как ярко. Также извиняюсь, если очень шумно, потому что я сегодня не использую микрофончик. Вот. И я сейчас пешком пойду в то место, где мы договорились встретиться. Также я хочу предупредить, что я вообще мечтаю делать хреновые видосики. Я мечтаю делать видео с хреновым монтажом, с хреновой съемкой, потому что, мне кажется, мой внутренний перфекционист, он не дает мне делать вещи, которые я хочу делать. Вот. А я пока иду вот в сторону парка. О, даже открыли Starbucks. Его разбили на, по-моему, месяц назад его разбили и разграбили. Теперь там снова новые стекла. Интересно посмотреть, открыт ли он вообще. Да, он открыт. Ничего себе. Starbucks реально открыт. С 9 до часа. Ништяк. Можно жить. Ну и мейнтейнить. Six feet distance. И цены. Вот, а мы продолжаем идти. И теперь я иду в масочке и очечках. И вообще мои друзья говорят, что я хожу по Сиэтлу и ищу себе неприятностей. Если вы согласны, пишите в комментариях. Я не согласен. Всегда прохожу тут ряд. Есть такой книжный магазин на районе. Twice Old Tales. И тут котик на логотипе. И там обычно тоже сидят котики внутри. Но мы сегодня туда заходить не будем. Идешь такой по городу в Сиэтле, смотришь под ноги, а потом поднимаешь голову и видишь православную церковь прямо в центре города. Вот такой вот резноманитный Сиэтл. Вот из Гугла. Вот где мои файлы хранятся. Bezos Center for Innovation. Окей, Джефф, мы тебя видим. Это твой центр. Больше похоже на ВДНХ какой-то. И мы находимся в South Lake Union. Точнее, вот Lake Union. Там у нас Сиэтл. Тут этот Bezos Center for Innovation и озеро. Вот тут такие
шикарные часы вообще. Вообще просто бомбические. Очень старинные. Вау. Вот это часы. Тут у нас сразу пьяные ребята. И куча народу сидит. Кто в масках, кто без масок. Большинство без масок. Я насмотрелся видеоблогов Марины Могилка, и теперь я снимаю видосики. Надо почаще делать. Ага. Лучше пропустить просто свет. Да. А, 8 вечера. Мы собрались пофоткались. Классная компания. Да. Спасибо. Команда А. Команда А. Спасибо, что пришли. Увидимся еще раз. Да, когда-то. Не последний. Не последний. Я думаю, в сентябре. Команда. Закатить елочку, можно пойти.